Мототур «Центрально-Азиатское кольцо» – это мечта любого путешественника. Четыре страны в одном мототуре, где каждая страна имеет свою культуру и неповторимый природный ландшафт. Маршрут мототура проходит через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, включая Памир. В этом туре вы увидите древний город Самарканд на Великом Шелковом пути в Узбекистане с его сказочной архитектурой и восточным базаром. Вы проедете по головокружительным горным перевалам Таджикистана и легендарному Памирскому тракту на высоте до 5000 метров. В Киргизии вы насладитесь яркой альпийской природой Тяньшанских гор и волшебным курортным озером Иссык-Куль. И, конечно же, вы не упустите Казахстан с его безграничными просторами степей и фантастическим Чырынским каньоном.